Всем привет, с вами Таша, и сегодня мы с вами раскрасим вот такую картинку из раскраски «В стране чудес» автора Милли Марота. Это видео, так же как и предыдущее, будет разделено на несколько частей, потому что я хочу раскрасить отдельно каждого попугая, отдельно эти деревья и листочки, и, возможно, еще сделаю фон. Так как я посмотрела это действительно как аду, я решила найти какой-то раскрас их естественный, но так как большинство как аду желто-белые, я нашла такой вид как аду, как розовые как аду, и именно они будут у нас розовые. Хотя я не знаю, есть здесь самка или самец, но сначала мы раскрасим вот этого какаду розовым с синими крылышками, а потом этого на следующем видео. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Розовые какаду действительно есть. Их второе название галла. Если не верите мне, загляните в Google, там много картинок. И также есть их описание. Скорее всего, я думаю, что этот попугай, которого мы раскрашиваем сейчас, это самка. Потому что она немного меньше по размерам, нежели второй попугай. Значит, это самец, естественно. Значит, это самец. Также я думаю, что немного изменю раскрас второго попугая, чтобы они не так были похожи, но не хочу делать его желто-белым, потому что, в принципе, здесь тогда нечего будет раскрашивать, и он останется почти полностью белым. Ну, здесь я размыла хохолок на самке, потому что под прошлым видео мне написали, что я не размываю карандаши свои, хотя они акварельные, и эффект от этого будет лучше. Но не знаю, был ли правильным этот ход, потому что пигмент карандаша немного просочился на предыдущую страницу. И теперь я не знаю, что с этим делать. Возможно, эта страница так и останется тогда незаполненной, потому что не знаю, смогу ли перекрасить потом. И, ну, в принципе, все. Тут ничего сложного нет в раскрашивании. Как я и говорила, мне светло-голубой не понадобился, в принципе. И также, что еще тут можно сказать? Ну, немного я затемнила синим перья одним и тем же цветом. И, в принципе, все. Thank you.
Видео подходит к концу. Спасибо большое, что посмотрели его. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями этим видео. Также нажимайте на колокольчик, чтобы всегда знать, когда выходят мои видео. Также, если вы не смотрели предыдущие видео, там я тоже раскрашиваю птичку, но это дятел. Переходите, смотрите. А на этом все. Всем до следующего видео. Всем пока.